Thank you.
Thank you.
Так, а это звоним Саше. Алло? Алло. А можно нам Сашу услышать, Александр? А ты Сашу. Здравствуйте, Саша. Очень приятно. А мы даже знаем вашу фамилию, если это не всегда. Но мы не знаем, что это не всегда. Да. Если вы сами не знаете, а вы прямо в эфире на радио на Саше. Ничего себе, здравствуйте. Ничего себе. Все себе. Как я вам давала? У вас, может быть, друзья какие-то? Мы позвонили вам, а вы сняли курс. Я думаю, что вы попались. Понятно. А вы не планировали к нам попасть? А что это радио? Радио чего? Я думала, это все-таки. Вы знаете, что есть у нас серьезное радио? Это серьезные станции и солидные. Мы занимаем второе место. А вы в каком городе-то находитесь сейчас? Город Пермь. Большая буква П, где ли они? Она не знает, что она стоит. Я не понял, где стоит. А где они? Где они? Где они? Нам ездят в город, там, как арка такая, да? Нет, пока что нет, но помню, у нас семья на этих стоит, она вот на дереве. И если к нам верит, то мы узнаем, он стоит. Ага. Правильно, что термики говорят правильно «перми», а не «перми». Да. Вот смешно. Да, правильно. Вот. Также как «Одессия» всегда узнаешь, как говорит «Одесса», никогда не скажет «Одесса». Есть такие вот нюансы. Также и мы говорим не «чик-перь-дух», а «чик-перь-дух». «Чик-перь-дух». Вот, теперь я буду знать. Давайте потренируемся. Мы будем говорить «перми», а вы «чик-перь-дух». Давайте попробуем. Чипундук. Нет, не чипундук, нет, да.